Просто я всегда уже видела такими. Да, я никогда не видела, как они выглядят, честно говоря. Ой, смотри, там. Пойдем маленьких покажу. Давай только за ручку меня держишь, чтобы я тебя не потеряла. Хотя вообще-то нельзя. Кать, смотри, щенки. Здравствуйте. Смотри, их там открыли. Пошли. Кать, с той сюда стороны. Иди. Вот с той стороны, посмотри. Как раз щенки нас тоже очень интересуют. Да? Это маленькая чихуахуа, а пушистый шпиц. Ой, они маленькие такие, прям огромные. Кать, смотри, маленькая. Я такого маленького шпица не видела никогда. Пугалась, Кать. Кто это, Кать? Привет. Привет! Здравствуй, кис! А вот маленький, ты не кричи, испугай. Ариш тоже, да? Да, девочка. А, ну, гладь или кого-нибудь? Нет. Тогда можно помочь. На самом деле, все не хотим, что как кажется. А я думаю, что у всех тут мироместит. Но дело в том, что если котенок чей-то чужой болеет, там чем-то, то это моментально всегда сходит. Да, они очень любят, когда их гладят, и очень стремятся к тому, чтобы их гладить. Да, можно, можно. И вот эту кошечку можно, она мягкая, гладкая, приятная. Смотри, вот. Ушла. Ну, как-то, наверное, она не так. По счету погладишь ее, хочешь? Хочешь, Кать? Вот так. Так, Кать, потрогай. Смотри, тебе спустили кисоньку, смотри. Потрогай. Смотри, как все хорошо. Ай, какая сладенькая. Такая же сладенькая, как и ты. Такая же рыженькая, как и ты. Ну, не рыженькая, она беленькая у нас. Это беленькая. Беленькая, да. Да. Я никогда не видела рыжего британца. Да, ну еще если я... Знали, девочки, они вообще чрезвычайно любили рыжие. А они мальчики? Это шоколадный мальчик? Главная девочка, все девочки. Кто это? Смотри, какой. Кать, большие. Смотри, как леопард. Леопарда видишь? Да, леопардик. Да, иди. Кать, смотри, маленький. На коне киска, не подходим слишком близко. Да, это пока. А какой он большой будет? Она проснулась, а да. Вот она свесила, смотрит специально. Девочка. Коммуникативная девчонка такая. Ой, ой, глазастик. У нее глаза, конечно, прям больше половины лица. Вот это старше? Да, это постарше. Она просто сама по себе не крупная девочка. Вот это тоже не крупная, но это прям совсем. Катя, рыжий нравится? Рыжий. Да. Хочешь ее вот так носить? Нет, это не маленькая, это уже большая. Ну, плюшевая, да, плюшевая? Такую кошку я бы назвала плюшевой. Как-то да, она не особо рада нам, Катя. Вы знаете, она боится. Нет, нам нравится. Совершенно не нравится. Нет, Лилия, не бойтесь, она не царапает, я ей пугаточки пошлю. Поиграй с тем, кто играет. Это киса очень спокойная. Если ее покормить, она все, что поесть. Там не сложно. Даже телевизор включить. С одной стороны, если она не царапать, может спокойно это и не плохо. Смотреть, выбрать такую котенку, которая будет принимать участие в играх. Там, главное, чтобы он хорошо смотри, смотри, коричневая кошка интересовалась. Давай! Знаешь, что у нас дома будет? Потом покажи свое. Нет, Катя, что ты по себе судишь? Куда ты его смотри, там что-то не хватит. Катя, а смотри сверху. Катя, кто такой сверху? Катя, смотри. Лысый. Катя, сфинкс, Катя. Ой, еще один.
Готовим салфетки, раз нельзя трогать чужих котенков. Давай, Катя, вытирай, чтобы трогать котенка. Давай, на, будешь трогать. Вот, слушайте, рыжие какие-то, они все позитивные. Да. Да, Катя, все строго. Ну и сама добрая. Это она его воспитывает. Мне нравится, что она не линяет. Мы руки вытерли, нам уже прокачали голову, что надо... Кать, смотри, это... какой... Девочка. Господи, Кать, это такой кайф, вообще она такая гладкая. Нет, это она очень умная. Сколько по возрасту? Катя, она гладкая, ты потрогай, она такая мягкая. Маленькая, да, месяца 5, да? Классная? Хвостик, да. У моей маникюрши такой, только он однотонный. Но он уже большой, он не такой гладкий. Она даже, знаете, когда кусает, она не кусает. Ну, она сейчас немножко в стрессе. Тут всех... Видишь, мы сейчас... Это мне, чтобы шерсти не было. Кать, смотри, какой ты. А это кто? Да девчонка. Это... Хочешь девочку посмотреть? Да. Да, только правильно держи. На, давай. А веслоухая. А ты по лицу не надо, а нежнее надо. Какой маленький. Это вообще сама боярщичка. Это, знаете, у нее вечно несчастный. Так, палочку отдавай. А у вас поменьше, нет возраста? На. Аккуратно. Двухмесячный мальчик. Давай, белый, я покажу глаза. Все, вчера. Держишь? Вчера не дожимается. Задаток внесли. Один белый остался. Да, еще попробуй. Да, чисто белый с голубыми глазками. Сейчас он покажет. У меня мордочка, да, они так любят правильно. Поэтому считаю, что еще рановато. Ой, какие глазки, да, очарование. Он умеет сам делать. Да, хвостика. Ты умеешь? Хвостика. Хочешь? Будешь пробовать? Так я сам. Примеряю. Очень маленький, ей видится два. Скажи, раз, как я делаю. Нет, девочка красная, поэтому... Хвостика. А стоимость какая цена? Мальчика? Мне нравится. Большой кот? А сколько лет коту? Не знаю, года, да? Он еще в два раза больше будет, да? Даже может еще больше. Еще втыкивый кот, но это не вариант пока. Кать, будет очень большой. Девочка продается. У нас у соседа тигр. Ой, вторую давай протри тоже на всякий случай. Ты же рыжую держала напротив? Каждый пальчик, каждый пальчик. Классно, чтобы следить за гигиеной на самом деле. Да это, конечно, естественный процесс. Потому что если котику занесет, сказать, зараза, жалко же рыжую. Они Кать, могут как тебе? Погибнуть. О, это большой. Большой кот? Да, большой. Она, Кать, кошка, девочка. Ой, она даже замурлыкала. Да, она мурлычет. Это очень добрая, ласковая кошка. Котика, девочка, да, котика. Вот у тебя такие котятки там, такого цвета, на кофточке. Ну нет, это все ноги, наверное. Можно на крова? Ну, в принципе, да. Красиво. А смотри, животик какой будет. Кать, только особенно не пугай кису. Она боится. Да не бойся. Ну, она, да, нервничает, она уже мяукает.
все, Катюх, не надо. Боится, да. Я думаю, они такие же, да, как у это? Может быть, появится у него, может быть, да, оно проявляет, знаете, вот неладно, шучёное, да, и проявится оно уже будет ближе, там, после года. Да, ну ты глянь. Мам. Ну, про чёрный рот. Кошка. Кто там? Кошка! 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 Смотри! Какой большущий серый кот! А я еще не видела таких, они все рыжие да черные. Какой красивый, смотри! Красивый. А у вас один, да? Ну, он не на продажу, а вообще котята есть. Возьмите календарь. Погладь, не бойся. Тут, видимо, такая полосика есть, а тут не побегает. Кать, будешь конкурс смотреть, сколько?